Сейчас у нас закончилось селекторное совещание с руководством комиссии Госсовета, на котором рассматривалась ситуация в целом по стране. В целом, конечно, ситуация под контролем. Мы поставили также свои вопросы, связанные с обеспечением безопасности лиц, находящихся в обсерваторах, лиц, находящихся уже на лечении, ну и в целом безопасности населения. Сегодня принимаются уже меры руководством страны и по обеспечению необходимыми медицинскими препаратами, стабилизации цен на продовольственные и непродовольственные товары и, главное, их наличие. В стране в целом в этой части, еще раз хочу сказать, все исчерпывающие меры принимаются. Что касается нашей республики, то вот буквально сейчас я получил информацию от управления Роспотребнадзора по нашей республике, что пришли уже достаточно оперативно документы о подтверждении положительных анализов у шести работников компании ЕТЭК, которые у нас пока были на предварительном таком положительном результате. То есть можно сказать, что у нас в республике вот как раз семь работников компании ЕТЭК, они все уже сегодня получили статус официально больных новой коронавирусной инфекцией. Все они находятся сейчас на излечении, состояние удовлетворительное. Ну, в целом, можно сказать даже, что есть определенные уже улучшения. Поэтому мы желаем им выздоровления. Ну и, конечно же, надеемся, что уже вот следующие анализы, которые сегодня делаются, они уже не будут положительны у других. Там сегодня у нас находится уже порядка 50 наших жителей. Так, в обсерваторе анализы у всех взяты, они обрабатываются, ну, будут предварительные уже известны завтра. Так, какие результаты есть по тем лицам, которые сейчас находятся у нас в обсерваторе в городе Якутске.